Всем привет, дорогие друзья! С вами Валеран Скиер. Сегодня я нахожусь в парке Стрешнева. Здесь у нас есть Pump Track. Это очень крутая штука для прокачки скиллов для зимнего сезона. Погнали! Здесь есть вот такой вот Pump Track для начинающих. Очень добрый, очень плавный. Подойдет для того, чтобы делать свои первые шаги. А когда вы поймете, как это устроено, прокачаете свой уровень, можно перебираться уже в большой памп и там прокачивать на больших скоростях, больше кочек, более крутые радиусы и различные комбинации. Летом я еще уделяю время памп-треку. Памп-трек – это серия кочек, которые надо прокачивать. И за счет вот этого прокачивания вы набираете скорость и контролируете ее. То есть вы можете как разгоняться, так и замедляться. Собственно, это очень похоже на катание в рампе, в которой вы прокачиваете радиуса и тоже контролируете свою скорость. То есть на большой скорости вы можете зайти в радиус, выжать его и вылететь далеко, а можете его проглотить и остановиться на краю. Я еду против часовой, и в повороте у меня задействована в контруклоне правая нога ведущая. Если у вас это получается легко, попробуйте сделать это против часовой. Приседаем, ножки устают. Здесь уже основная задача при прохождении контруклона – это комфортно себя чувствовать и правильно входить в контруклон для набора скорости. И как вы в него заходите, так и выходите, это вам дает дополнительную скорость, плавное прохождение, то есть сплошные плюсы. Это скоростная дисциплина, соответственно, работаем на секундомер, но это сейчас не наша тема. Наша задача, собственно, прокачаться к зиме, которая у нас вот-вот уже на носу. Не успеете оглянуться, как уже выпадет снег. Суть входа в контруклон на роликах, как я объяснял в предыдущих видео, что на роликах вы катаетесь в разножке, у вас для большей устойчивости нога ведущая выходит вперед, и когда вы проходите контруклон, к примеру, против часовой стрелки, вы верхнюю ногу по контруклону ведущую ставите вперед, а по часовой, если вы едете, то вы ставите левую ногу. Соответственно, вы, к примеру, правый будете чувствовать комфортный проезд, а левый некомфортный. Соответственно, вам есть над чем поработать. Какие плюсы у этого движения? Это плюс к вращениям в правую и, соответственно, в левую сторону, как и своей стойки, так и свеча, потому что все равно у нас ноги задействованы обе. И, конечно же, джибинг. Вы прокачиваете мышцы на ногах, и свитчапы, и unnatural проезды вам будет попроще делать. Основной плюс, который я вынес из памп-трека, это прокачка кочек. Очень похож, когда вы едете какие-нибудь траверсы в буграх, либо по буграм по склону. Вы делаете те же самые движения, то есть это набор бугров. Просто они есть разные. И это полезный навык однозначно, потому что здесь вы постоянно приседаете, у вас работают ноги и работает дыхалка. Попробуйте сделать хотя бы 5 кругов без перерыва в памп-треке и поймете, что это такое. Мышцы у вас будут пригорать. Для того, чтобы хорошо прокачать свич для лыж на роликах, надо кататься как правой ногой, так и левой ведущей, и желательно проходить контруклоны. Если вы будете уметь проходить контруклоны и все это раскачивать, увеличивать скорость, то это супер хороший скилл в целом, и в катании на лыжах вам поможет 100%, проверено. Первое, что я посоветовал бы сделать, это просто попробовать проехать фейки одной ногой. И, соответственно, второй.
почувствовать, как прокачиваются бугры, и для начала выбрать одну плоскую линию с одного съезда до другого, проехать в свече. Старт попроще делать, можно сразу развернуться и поехать. Качаем заезд. Старт посложнее, поинтереснее, делаем 180, встаем, садимся, встаем. И так можно кататься довольно-таки долго. И если у вас получилось с первого раза, это хорошо. Но суть в том, чтобы вы чувствовали себя комфортно и контролировали все свои движения. Также можно делать здесь те же самые 180, которые вы делали в парке. Спокойно прокачивайте, делайте 180, едете в свече. И также, соответственно, делайте в другую сторону. Лёха сейчас едет вот с левой ногой вперед, качает, ходит в контрике и с таким вот накатом, представляете, как вам будет хорошо и комфортно разгоняться на трамплин. Основная фишка памп-трек, которую я для себя вывел, это прокачка, конечно же, ног, прокачка левой и правой ноги в контруклоне, но самое главное, от чего я реально получил удовольствие и прогресс, это катание в свече. То есть, уделяя не так много времени, как хотелось бы памп-треку, я достаточно очень хорошо прокачал свич. То есть, можно разминаться, грубо говоря, в памп-треке, раскатывать, потом идти в парк и уже тренировать вращение. Если вам совсем лениво кататься в парке где-либо, вы просто приходите в памп-трек, катаетесь здесь 10-15 минут в свече, предварительно, конечно, размявшись желательно, и катаясь в защите, соответственно, вот, вы можете хорошо вырасти в катании вот таким вот простейшим элементарным способом. Как показала практика, памп-трек – это очень полезная и крутая штука, особенно для лыж перед сезоном. Вот. Искренне советую вам воспользоваться этим временем и использовать его по всей возможности с максимальной пользой и продуктивностью. Вот. Катайтесь, прогрессируйте. С вами был Валерон Скиир. До новых встреч!